В Люберецкой прокуратуре подвели итоги работы за 2017 год. Там прошел брифинг для СМИ. Его провел городской прокурор Александр Соломаткин. По его словам, одним из приоритетных направлений деятельности ведомства по-прежнему остаются вопросы соблюдения жилищных прав граждан и борьба с преступностью. Как отметил люберецкий городской прокурор Александр Соломаткин, преступность в 2017 году в округе снизилась. Тем не менее, муниципалитет занимает третье место по количеству совершаемых правонарушений после городских округов Балашиха и Одинцова. Всего у нас отмечено 3420 преступлений, что на 300 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе произошло снижение на 23% количества тяжких преступлений – 684 против 897. Особо тяжкие преступления произошло снижение на 21%. Кроме того, на территории округа сократилось количество преступлений в общественных местах, связанных с оборотом наркотиков, а также в сфере экономики. Таких результатов удалось добиться, по словам Александра Соломаткина, благодаря слаженной работе всех правоохранительных органов. Вместе с тем, в прошлом году незначительно выросла подростковая преступность, увеличилось число изнасилований и краж. Наибольшее количество преступлений совершено приезжими из Украины, Узбекистана и Таджикистана. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.